Состоялось расширенное заседание коллегии областного управления образования по итогам проделанной работы в 2023 году и задачах на 2024 год. В заседании коллегии приняли участие руководители управлений, представители правоохранительных органов, руководители учреждений республиканского подчинения, учителя-ветераны, руководители отделов образования и образовательных учреждений, представители неправительственных организаций и средств массовой информации. 2023 год стал плодотворным годом, полным достижений, побед учащихся и педагогов области. В республиканских соревнованиях научных проектов команда области 14-й год подряд завоевала звание лучшей команды. На республиканской олимпиаде по предметам общественно-гуманитарного направления команда Жамбылской области заняла призовое первое место, признана также лучшей командой. По итогам республиканской олимпиады в официальный рейтинг 100 лучших школ вошли 7 средних учебных заведений Жамбылской области. Области на сферу образования в 2023 году выделено 280 миллиардов тенге. В этом 322 миллиарда. Это на 14,4% больше, чем в предыдущем году. Важнейшим вопросом в сфере образования является совершенствование системы среднего образования. Его качество – главное условие успешной нации. На сегодняшний день в области в 506 организациях образования обучается более 248 тысяч учащихся. Стоит отметить, что впервые в этом году среди учащихся сельских школ прошла республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам. На республиканском этапе олимпиады приняли участие 49 учащихся, 30 вернулись с призами. В завершение заседания коллегии первый заместитель акима области Нуржан Клендеров подвел итоги работы и определил направление по реализации задач в сфере образования на текущий 2024 год. Кулюш Умурзакова, Нурхадер Оримхан, Азамат Бескенов, 77 News.